В новогодние праздники на центральной площади города Одинцово установят деревянную горку. Высота площадок составит 4, 3 и 2 метра соответственно. Каждая будет защищена от осадков мягкой кровлей. Ширина скатов 1,5 метра. Их оборудуют нисходящими бортиками высотой от 80 сантиметров. Общая длина скатов горки вместе с выкатами составит 34, 25 и 16 метров. На всех скатах установят специальное покрытие – сноупласт, которое позволит эксплуатировать горку даже при плюсовых температурах. Дополнительную безопасность обеспечат высокие полутораметровые перила на площадках.